Дорогие друзья, сегодня вы увидите мастер-класс «Акварельный этюд. Полевые цветы в технике а-ля Прима». Для работы нам понадобится акварельная бумага хорошего качества. Также нам нужны кисти. Кисти художник использует самые разные для акварель. Это и белка, и щетина, и синтетика, и, конечно же, колонок. Акварельные краски, губка, которой мы будем смачивать лист, и емкость с водой. И вода несет огромную связующую роль между бумагой, художником и красками. Начинаем мы работу над нашим акварельным этюдом с того, что подготавливаем лист к работе, смачиваем его очень хорошо. Сделать это профессионально и грамотно можно только при помощи морской губки. Так вот, лист мы смочили с двух сторон. Конечно, бумага становится немного неровной. Существует много способов работы с тем, чтобы бумага оставалась ровной. Но вот сейчас я показываю один из них, когда у меня и получается задняя сторона листа, и фас листа влажный. И я как бы выгоняю лишний воздух губкой для того, чтобы мне было потом комфортно писать. Дальше, когда бумага подготовлена к работе, мы начинаем делать такой легкий предварительный рисунок. Обычно он выполняется охрой. Мне хочется сделать творческий этюд, этюд-фантазию, этюд-композицию, как бы поддаться вот этой красоте акварели. И поэтому вот вы сейчас увидите, что я начинаю работу от общего к частному. То есть я как бы собираю работу при помощи фона и отдельно прорабатывая детали, композиционный центр и разнообразные элементы. Для начинающих художников это довольно-таки сложно, потому что требует серьезного владения материалом, потому что акварель – это очень тяжелая техника. И, в принципе, среди художников даже существует такое мнение, что если человек научился писать акварелью, он легко справится с любой техникой живописи, будь то масло, гуашь, акрил, то есть, ну и, конечно же, акварель. Получается, что вот сам этюд – законченный, я уже его вижу, вот он у меня в голове, и я его пытаюсь передать. В принципе, для вас сейчас самое главное смотреть за тем, как работает художник, и делать свои выводы. Вот посмотрите, сейчас, допустим, начинаю намечать композиционный центр, это у меня будут ромашки. Но чем сложно написание ромашек? Тем, что ромашки белые, а акварель, как вы знаете, белого цвета нет. Роль белой бумаги, роль белил в акварели использует белая бумага. Белая бумага и вода. То есть это самые главные два компонента, с которыми мы получаем белый цвет. То есть если мы хотим написать что-то белым, мы должны оставить чистый лист и дать какой-то вот оттенок. И в этом сложно, потому что получается, что ромашки я буду писать при помощи фона. То есть я буду писать все вокруг, и у меня получатся ромашки. Вот посмотрите, сейчас я начинаю собирать работу. Где-то элементы фона, где-то цветы. И в то же время, пытаясь таким образом убрать все лишнее. То есть, чтобы постепенно у меня начались вырисовываться в моем этюде основные структурные элементы вот этого этюда. Кисть сейчас белка. Белка очень удобна для акварелиста, потому что она имеет такое большое плотное основание и тоненький хвостик. И, в принципе, даже одной кистью можно написать хороший этюд, используя разный нажим кисти. Она может как закрывать как большие пятна, так и делать маленькие, прорабатывать маленькие тонкие детали.
Сложность написания ромашки, вот когда я работала над этим этюдом, в том, что лист то увлажнило, бумага плывет. То есть краска плывет, и, соответственно, чтобы ее собрать, нужно очень-очень аккуратно как бы предчувствовать момент. И это довольно-таки сложно. Но в то же время можно попробовать. Вот посмотрите, я отдельно прорабатываю каждый лепесток. Но если написать каждый лепесток отдельно, это будет такой натурализм, граничащий с фотографией. А нам это не нужно. Нам нужно, чтобы у нас получилась творческая ромашка, чтобы она жила, чтобы она дышала, чтобы мы могли ее ощутить ее аромат. Сейчас я работаю над листочком папоротника. По своей структуре и форме папоротник очень красив. И когда его ставят в букет, он как бы дает такое кружево, кружево зелени. Ну вот посмотрите внимательно, сколько цветов я взяла для того, чтобы написать листочек папоротника. У меня и голубой, и зеленый, и изумрудная зелень, смешанная с кобальтом, и сиена, и умбра. И, казалось бы, один зеленый листочек. Постепенно идет проработка разных элементов букета. Это будут те цветы, которые я когда-то наблюдала летом на пленэре. Это и колокольчики, и васильки, и разные травы, и разные растения, которые по цвету хорошо подойдут для нашей композиции. Постепенно лист по мере просыхания я увлажняю или губкой, или брызгами кисточки. Постепенно я намечаю разные цветы и соцветия. Вот у меня появляется пижма. И обратите внимание, работа ведется по всему листу. То есть, ставя одно цветовое пятно, я обязательно в одном месте, я смотрю в другой угол листа. Для чего? Для того, чтобы выстроилась цветовая гармония, для того, чтобы все цвета дружили между собой и работали над общим замыслом акварельного этюда. Постепенно рядом с большими пятнами появляются и маленькие тонкие линии, проработка более тонкой кистью. В акварели важно, чтобы вот воздух бумаги и вот прозрачность акварели оставалась. И даже когда вы пишете темные пятна, думайте о том, где останется воздух, где вот будет дуновение ветерка в этом букете. Обязательно сразу представлять по возможности работу такой, какая она будет в итоге. И стараться вовремя останавливаться. Вот положили пятно, чувствуйте, что оно красиво, не трогайте больше, займитесь другим местом. Еще один важный момент, когда вы работаете над любым этюдом в живописи, будь то масло, гуашь, акрил, даже пастель, работа должна вестись сразу по всему листу, чтобы даже вот если ушел на 5 минут, а работа вот она вот как будто чуть-чуть не закончена, а в принципе она закончена. Ну, ее можно дальше доводить до совершенства. Более детальная проработка ведется постепенно. Где-то что-то уточняется, что-то смывается, что-то переписывается. Работа над деталями в контексте общей массы работы очень важна, потому что зритель всегда любит рассмотреть, а что же там происходит, а какие цветы, а как повернулся листочек. И поэтому очень важно для того, чтобы научиться писать вот такие работы, которые можно представить, выполнить по фантазии, важно очень много рисовать с натуры. Вот посмотрите, постепенно работа становится более проработанной, добавляются какие-то новые элементы,
И, в принципе, за относительно короткое время рождается этюд, живой этюд, потому что краска еще не успела высохнуть. Вот это все происходит по влажной бумаге, и поэтому каждое прикосновение кисти к листу бумаги дает такой небольшой развод акварельных красок. И где-то мне он нравится, я его оставляю, где-то он, допустим, не так плывет, как мне нужно, я его переделываю и пытаюсь сделать так, как я задумала. Конечно, полностью выполнить работу по увлажненной бумаге практически невозможно. Обязательно нужны будут удары кисти по уже просохшей бумаге, там, где нужно будет проставить цветовые акценты. И вот иногда это вы видите, где уже пятно красочное подсохло, раз, я где-то добавляю тоненькой кистью какие-то вот маленькие штрихи. Главное смотреть на всю работу целиком. Вот я всегда работаю стоя, мне это очень удобно. Почему? Не потому, что я так не боюсь устать, а потому что с высоты человеческого роста больше отход, и видно всю работу сразу. Отдельные цветы я специально оставляю обобщенным, потому что они находятся дальше. Композиционный центр я намеренно выписала более ярко и более проработанно. Ну вот, итог получился такой легкий акварельный этюд, быстрый акварельный этюд в технике а-ля прима по предварительно увлажненному листу бумаги. И, пожалуйста, попробуйте повторить. Я желаю вам удачи и чтобы у вас все получилось. Этот мастер-класс для вас провела Мария Семенова, профессор кафедры живописи и композиции Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета.